Дитя скоро родится. Ее ожидает благоденствие. И благодаря ей семья выстоит. Человека. Как могла бы сложиться твоя жизнь, если бы ты сделала другой выбор? Бабушка, что с тобой? Если тебя попросят уехать из дома в другую страну и начать все заново, ты согласишься? People like us, we don't need to walk in our family's shadows. Даже если мне придется работать, стирая пальцы до крови, мое дитя ни в чем не будет нуждаться.